А вы знали, что существует профилактическое диетическое питание для больных сердечно-сосудистой системы? Теперь вы будете знать, что существует один продукт для больных с ишемической болезнью сердца, а также профилактика инсультов, инфарктов и варикозной болезни, а также такой страшной болезни, как геморрой. Ангиолайф – диетическое лечебно-профилактическое питание из бурых морских водорослей. Меня зовут Елена, консультант здорового образа жизни. Подписывайся и ставь лайк этому видео. В состав нашего водорослевого геля входит ламинария, фукс, а также дигидрокверцетин. Но всем же известно, что водоросли содержат всю таблицу Менделеева, витамины, макроэлементы, также йод и 4 важнейшие метаболита для человека – белки, жиры, нуклеиновые кислоты и полисахариды. И именно водорослевый гель серии Ангиолайф содержит красный виноград, что и позволяет ему быть сильнейшим винотоником и незаменимым в еде для того, чтобы профилактировать сердечно-сосудистые заболевания, также укрепляет стенки сосудов, снижает последствия сидячего образа жизни. Он незаменим при повышенных нагрузках. Водорослевое питание препятствует возникновению тромбов, снижает уровень сахара в крови и холестерина. Борется с воспалением и улучшает микроциркуляцию крови в наших сосудах. Но для тех, кому неприятен вкус водорослей и не может принимать гель, есть сухая форма лиофилизированной водоросли в гель в капсулах. Принимая утром натощак капсулку, запивая его стакана воды, и вечером натощак стакана воды, вы будете здоровы, молоды. А еще есть риск похудения. Скорее пиши мне в комментариях, хочу знать больше.